Малый просто прихуел. Здарова, братаны, вы на канале DevPlay, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем наконец-то начинать проходить третий эпизод «Ходячих». Долго мы его ждали, к этому времени аж успели разъебаться в пух и прах Telltale, но тем не менее, погнали! Ну, короче, у нас тут чё? Как всегда, разруха, мертвечинка. Все, как я люблю. И все разъебано. Ох, хорошо погудели-то вчера. Нюх-нюх. Мич. А Мич это у нас... Бля, я уже не помню, кто у нас был Мич. Пару месяцев прошло, я забыл. И, видимо, это было, в принципе, не так уж важно для истории. Вначале я был маленьким, и Мич присматривал за мной. Учил не бояться. Говорят, иногда он вел себя как придурок, но ко мне он всегда был добр. И теперь ему конец. Мы отомстим! Обещаю, Вилли. Те, кто это сделал, получат по заслугам. Они пожалеют, что осмелились к нам приблизиться. Если бы Мич был здесь, он бы не плакал. Он бы придумал, как спасти друзей. А потом он бы взял камень и вышиб Лили мозги. Абель в подвале. Мы связали его. Спасибо. Эйджей решил остаться там и посторожить его. Эй, друг. Пора похоронить Мича и попрощаться с ним. Отойди от него, он умер за тебя! Эй, хватит нести чушь! Кто-то должен это сказать! Все равно все так думают! Тен! Давай я этим займусь. Поговори с Абелем, узнай, зачем Лили схватила Ви, Амара и Аосима. Знаешь, я хотел сделать ему больно, заставить говорить, но... просто не смог. Может, ты выдавишь из него больше, чем я. А потом я из тебя что-то выдавлю. Ну? Давайте выдавливать из него что-нибудь. Так, где у нас этот гандон? Допросите Абеля. Почему не Авеля? Не суть. Где у нас этот гандонище? Так, псина смотрит туда. О, дратуйте. Безрукий. Нашел свой пистолет? Ого. Ну что, черт твой. Когда он такой переломанный, все совсем по-другому. Но я все равно его ненавижу. Готов? А хуль нет. Буди его. На нахуй! Что за? Просыпайся, паскудный ублюдок! Тоже так будет, старика, после полуденного сна. Мне снился прекрасный сон о девочке, которую я когда-то знал. Она меня тоже связывала, но не как пленника. Ну, ты понимаешь? Без обед. Ну, я бы досмотрел тот сон, так что если вы не возражаете... Ой, блядь! Полагаю, это больно, да? Но мне это нравится. Черт, малявка, полегче с переломами! Мне не нравится твой голос.
Давайте еще ебанем. Ой, блядь. И не зови меня малявкой. Сам ты малявка, блядь. Ты никогда этого не делала. Первое, что ты должна знать, я ни хрена тебе не скажу, если вырублюсь от боли. Не надо все усложнять, хорошо? Просто скажи, куда Лили увела моих людей? Это не важно. Когда она туда доберется, то развернется и вернется за мной. Так что обслужи-ка меня на 5 звезд. На еще, сука, Холь. Боже, ты совсем охерела, Шоль. Это не 5. Скажи, куда увезли наших друзей, или она повторит. Лили их никогда не отдаст. Мы пришли только ради бойцов. Йонатан и я. В обмен на 3 сопляков, которые едва могут держать оружие. Тут даже тупорю вроде меня, все ясно. Мы обязательно вернем их. Вы даже не представляете, что там творится. Это настоящая бойня. Община воюет друг с другом от Ричмонда до самого побережья. Там в Дельте мы воюем с совершенно долбанутыми отморозками, по сравнению с которыми я святой. Нам нужны люди, чтобы с ними сражаться. Давайте еще раз, Холли. Думаешь, я позволю своим драться за вас с Хертом? Мне начинает казаться, что ты на меня злишься. Думаешь, нам нравится устраивать эти набеги? Наш дом в опасности. Хороший дом, надежный. Я на многое готов, чтобы его защитить. Может, ты поймешь. Я на многое готова, чтобы вернуть друзей. Так что хара тратить мое время. Окей. Ладно. Передний карман. Там все ответы. Прочти. Всякий скот, у которого раздвоено копыто, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Чё за бред, блять? Это какой-то шифр? Нет, блин, книга Левит. Я надеялся, что выпадет какая-нибудь пафосная дурь, типа «поставь другую щеку». Ну давай, да сама не раскурится. Хочешь знать, где твои друзья? Сигаретка прочистит мне мозг. Ладно. Во, это божественно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха! Блять, походу это было зря. Блять, как много крови. О, блять! Это плохо. Он умрет, да? У нас есть лекарство, мы все еще можем его подлатать. Не сейчас. Когда ты столкнула меня с балкона, у меня внутри, кажется, что-то лопнуло. Лекарства тут не помогут. Черт. Никогда не хотел, чтобы все так закончилось. Все вышло из-под контроля. А теперь смотрите, в какое чмо я превратился. Он обратится? Нет. Все. Всю свою жизнь я доверял только своим рукам и силе воли. Когда собственное тело против меня подчиняет меня. Я расскажу, где Лили. Обещайте, что не дадите мне превратиться. Если не будешь врать, я тебя добью. Даю слово. Ладно.
У нас есть лодка. Пристали в паре километров к западу отсюда. Ну, получили, что хотели. Пожалуйста, не дайте мне стать одним из них. Хуй там плавал. Ты навеки застрянешь в этой переломанной шкуре. Сраная тварь, ты же! Обещала! Зря ты мне поверил. А с твоей стороны было глупо верить, что я сказал тебе все. Ну, как-то так. Ты чё, накочурился уже или еще нет? Фу, как увлекательно. Нет, никто не заслуживает. Батарейки сели. Эй-Джей, не отворачивайся. Я хочу, чтобы ты это увидел. Я хочу смотреть. Взращиваем ёбаного головореза. Какой злой! Абель, он все еще внутри? Чё-то как-то быстро. Пойдем, пора искать лодку. Малый просто прихуел. Что ж, начало третьего эпизода мне уже очень сильно доставило. Такой жестокости я уже давно не помню. В ходячих, как минимум. Видимо, это потому, что они ушли из-под крыла Телтейлов. Хз, может, так было задумано еще и изначально. Но мне понравилось. Но, тем не менее, на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.